В этом клиентском центре крупного гипермаркета мебели трудится более 350 самарцев. Работа кипит, поэтому отвлекаться от дел в буквальном смысле некуда. Чтобы защитить работников от массовых уходов на больничный, руководство позаботилось об организации выездной вакцинации прямо на территории центра. За два дня охват привитых поможет достичь показателя в 80%. Это не только удобно, признаются сами работники, но и жизненно важно. Мы столкнулись с такой ситуацией, когда в нашем, вроде бы, современном мире, да, такая хворь, такая зараза. Нам сейчас важно защитить себя, своих близких, наших родителей, сотрудников и всех, кто нас окружает. Поэтому нам важно сформировать тот самый коллективный иммунитет, который поможет нам в борьбе за наше здоровье. Чтобы взять за правило заботиться о себе и общем иммунитете, в самарских коллективах предпринимают самые разные меры. За каждый день вакцинации у нас предоставляется бесплатный выходной день, что достаточно удобно. Также мы организовываем интервью, дистанционные встречи с врачами для того, чтобы ребята смогли задать разные вопросы, которые их интересуют, потому что у кого-то есть какие-то страхи, у кого-то сомнения. Также у нас различные мотивационные конкурсы для ребят, для того, чтобы все это проходило также максимально в позитивной обстановке. Вакцинация на территории работодателя проходит по тем же правилам, что и в поликлинике. При себе необходимо иметь три документа – паспорт, СНИЛС и полис. Пациент заполняет добровольное согласие, анкету пациента, производится осмотр врачом. Пациенту измеряется давление, температура тела, сатурация крови измеряется. Далее сама процедура. Коллектив этого клиентского сервиса получит иммунитет препаратом гамма-ковид-вак, известного как «Спутник Ви». Вакцина признана в 30 странах мира. По результатам международных клинических исследований ее эффективность составляет 91,6%, что говорит о том, что если заболевание и будет, то пройдет в легкой форме. В ближайшие дни в регион прибудет более 50 000 доз этого препарата. Гульфия Сафина, «События».